А это гнездышко, в котором я буду жить в ближайшие 3 дня. Вот такая конструкция. Сказали мне на самом 3-м этаже. Так, где-то здесь мой 31 номер. А вот и 4-й. А, вот даже как. Даже вот, теперь все понятно. В интернете, на сайтах, в модулях бронирования мест нет. Поэтому думаю, блин, странно, как-то елки-палки, ну там не может. Вот, перезвонил. В Шишкин дом место есть, одноместное. Как раз для меня. Пульс Кастарми. Дотащил. Первое впечатление от Шишкиного дома. Я так понимаю, что это верх, то есть чердак, ну, переоборудован. Интересно. Иначе бы вот таким потолок не был. Пробегусь сразу. Так, с чего начать? То, на чем лежат. Да, как говорится, в грязном белье нет, а вот в чистом пока пошиться всегда, пожалуйста. Пятен нет, грязи нет, следов пребывания других людей нет. Свет мне всегда не нравится, честно говоря. Ну, по поводу звукоизоляции тут легенды ходят, поэтому если говорить что-то громко, то сосед будет в курсе. Но вот свет, конечно, да. Свет. И вот свет. В 17-х работает, ну, если что-то почитать, например, то да. Недавно я имел счастье 3 месяца побыть в командировке в одном городе. И там приобрел книги про него. Буду читать. Нигде ничего. К слову говоря, тапок тоже нет. Берите с собой. Ну, я похожу как бы в том, в чем пришел. С улицы, как бы, ну, за неимением другого. Шкафчик платяной. Угу. Даже 5 вешалок на одноместный номер. Он буквально одноместный, и везде в интернете он заявлен как таковой. 5 вешалок. Улица Вознесенская, которая выходит одним концом к обоим вокзалам, вторым своим выходит на вот такие виды. Такая площадка с подъемом, шикарнейший вид на Сергиеву Лавру, насколько я понимаю. А это что такое? Тоже, наверное, ага, ручка есть, значит, открывается. Так, а это что? Типа подарок, одноразовая. А, это тапки, блин! Реально, это тапки, друзья. Есть свет, дайте свет. Впервые вижу. Ну, одноразовый, понятно. Не буду распаковывать. Ну, не знаю, буду ходить или нет. Ну вот тапочки есть тут. Вот так вот. Вот. Это что такое? Причесываться, наверное, приспособа. Если плохо видно, то это только исключительно из-за вот такого освещения. Не прибавлю света, я, наверное, раздвинув шторы. Хотя, может, и прибавлю. Вот еще одна точка освещения. Источник освещения. Вот. Кстати, на минуточку, если что, сколько здесь градусов? Дверка новая. По-видимому, недавно все это сделали. А что это? Капитальная стенка. Да, стенка капитальная. Потому что, повторюсь, звукоизоляция здесь, конечно,
Не считать не приходится ни в какой. Что шумит? Вентиляшн. А, вот, левая вентиляция, правый свет. Не знаю, кафе это, ресторан или библиотека. Молодцы, ребят, придумали интересно. Белая, белая. Да ё-моё! Одни что-то удивления у меня на в этом. Смеситель с гигиеническим душем. Нет, я понимаю, что она, как бы это нормально, и удивляться нечему. Ну вот скажите, во многих ли гостиницах вы сей атрибут видели? Покажу. Убедительная просьба не бросать средства личной гигиены, туалетную бумагу в унитаз. Все понятно, кроме туалетной бумаги. Она же туалетная. Она растворяется в воде. Поэтому она и туалетная, ее и делают таковой, чтобы ее можно было бросать в унитаз. Ну, если вы бросили половину газеты «Таймс», то, наверное, она застрянет. А туалетной бумаги нет. О, это банные. Да-да-да. Вентиляция, кстати, да. Вот она и шумит. Ага. Да, потому что не будь ее, после помывки все потечет по стенам вниз. Ух, ё-моё. Горячий. А, фен даже есть, ё-моё. Да. Интересно, а можно было прошлым летом в 30-градусную жару использовать фен как вентилятор? А отключается у него? Ну, наверное, должен и холодный воздух гонять. Там чай. Вот там чай с приходом на столе. А здесь нет, это не чай. Да, это шампунь и гель для душ. Вот эти вот пробнички возьму, чтобы пользоваться не буду, но все-таки вот такие вот. Они позиционируются как бы функционал, атрибут номера. Ну, такие. То есть, по сути, это ничего. Даже на раз не хватает помыть голову, помыться тем более. Но они присутствуют. Маленький такой бонус. Что? Что написано? Что тут ремонтировать? Многие города позавидуют такому фонтану, даже в таком состоянии. Зеркальце целое. Насколько вижу, нигде ничего не отбито. Вот прямо с приходу такой мини-обзор, первое впечатление. Вот еще, да, как бы дико извиняюсь, но... Первое впечатление – это самое важное. А это умываться. Полотенце категорически всегда с собой ношу. Вот, вожу. Но оно есть, что можно помыться и этим. Смесители. Сантехника. Да, такую марку тоже продаем. Орион. Проверяйте, друзья. Тюльпан Орион. Унитаз. Все чистенько. Самое главное, вот самое главное, что здесь должно быть, это туалетная бумага. После долгой дороги, по понятным причинам, залетаете в номер, да, там, на гнездо. Туалетной бумаги нет. Может постигнуть фиаско. Такой совершенно неоднозначный атрибут за моей спиной. Лучше бы здесь была ванна или просто поддон, как в иных гостиницах, душевая кабина. Вот здесь еще одно, да, спасибо. По поводу душевых кабин у меня предубеждение, вот, поскольку много лет я их
устанавливал. Вот. Следить за исправностью душевой кабины в гостинице крайне тяжело. И когда душевая кабина позиционируется как некое такое неоспоримое преимущество в номере, ну нет, друзья, однозначно нет. Лучше бы здесь был просто поддон и занавеска. Потому что, не дай бог, что-то случится, это все стеклянное, это не бьется как бы в тот момент, когда, скажем так, вот так оно не бьется, а когда ты поскользнулся изнутри, ломается очень быстро, поскольку каленое стекло. Этот крючок для чего, интересно? Ну, для чего-то же он здесь? Ну, зашел, разделся, чтобы помыться, это вот. Да. А крючок для чего? Кто знает, друзья? Зачем этот крючок? Здесь есть какой-то ограничитель. Здесь ограничителем служат сами петли. То есть, когда упирается вот эту балку, по какой-то случайности не доходит до душевой кабины. Не знаю, насколько там стопор останавливает. Если резко открыть. Ну, блин, такое. Может, ручкой достать. Главное, все целое. И, видимо, за этим следят. И все работает. В общем, вот первое впечатление от гостиницы, от номера в гостинице. А есть колодос. Да, кстати. Такие маленькие колодосы, если долго жить, очень удобно. Можно в магазине всего-всего накупить и здесь хранить. Не тратясь на кафешки, рестораны, в которых поесть. Как я уже говорил, завтрак здесь стоит 400 рублей. Полковник, будь вкус, пожалуйста. Говорит майор Змеев. Какой-то фильм даже идет. Вот такой шведский стол. Все горячее сейчас принесут. А все, что кроме, чаю, кофе. Тут какие-то мнешки, сладости. Колбаска, сыр, все, набираешь сам. Верхний этаж, поэтому воздухоточек, автомат. Блин, тут еще топят. Чуть-чуть, но теплое. Надо же. А, здесь можно открыть окошко. О, здесь можно открыть окошко. Жутко не люблю, когда жарко. В общем, все целое. То, что бросается из минусов, это очень слабое освещение. Спросите меня, нужно ли оно. Если почитать, то многие сейчас читают электронные книги, а там монитор априори подсвечивает. Ну, а если кто-то читает классическую литературу, напечатанную, бумажную, так что имейте в виду. То есть все в этом городе, насколько я понимаю, вокруг и около Красной улицы Красной Армии, вот эта главная магистраль центральная, и до нее пешком вот я дошел минут за 20 от ЖД вокзала и от Красной Армии минут 10, просто не спеша. Вот. Все рядом, все устраивает. На момент заезда, это первая неделя мая, 3 дня, вечер, пятница сегодня, по понедельник, 3 суток, 7600. Все вместе. Это одна из самых дешевых цен в этом городе, потому что 2,5, это еще скрипя зубами, приемлемо, потому что я уверен, что путешествовать, туризм, в принципе, должен быть доступен всем. 2,5 это, блин, ну, выше среднего для меня, далеко выше.
Ну, жил я и за 1700. Вот. И, в принципе, это единственная гостиница, где я нашел свободный номер. Как говорил, куда не позвонишь, а сейчас номеров нет. Просто. А здесь оказалось. И на целых 3 дня. Сейчас прогуляюсь, посмотрю, где чего, а завтра в Лавру. Сергиев Посад. Шишкин дом. Рекомендую. Это, ребята, обеденный муцион. Приводит себя в порядок. Давай, на бис. О, молодец. Красавец. Вот там второй веселится тоже.